Добрый день, дорогие друзья! С вами, как всегда, Светлана. А у нас в меню сегодня салатик. И мы находимся у меня дома. Салатик летний с отварными баклажанами. Очень вкусный. Рецепт еще знала моя мама. И я у нее научилась делать этот салат. Вкусно, выигрышно и полезно. Оставайтесь вместе со мной и будем готовить с любовью. Вперед! Поехали! Итак, друзья, для приготовления летнего салата из баклажанов нам понадобятся следующие ингредиенты. Огурчики. Я их, видите, почистила, порезала, приготовила. Помидорчики. Помыла, порезала. Все приготовлено. Лучок. Лучок мелко порезанный. Болгарский перчик я тоже миленько порезала. Чесночок. Можете чеснокодавкой выдавить. Но у меня мелко резанный. Баклажаны. Баклажаны я отварила 4 штуки и порезала не мелко, крупными кусочками. И зелень. Я взяла зелень петрушки, вы можете взять любую зелень. Заправочка у нас будет уксус. Здесь у меня 5 столовых ложек, вы можете взять меньше. Сахар 2 столовых ложки. Соль по вкусу и оливковое масло. Вот такая у нас сегодня будет заправочка. Итак, соединяем ингредиенты. Огурчики. Поместили мы огурчики в посуду для микроволновой. Здесь у меня буду смешивать все ингредиенты для будущего летнего салата. Помидорчики сюда же отправила. Лучок мелко нарезанный тоже отправила сюда же, друзья. Далее. Болгарский перчик. Вот болгарский перчик нужно резать очень мелко для этого салатика. Очень миленько. Далее. Чесночок. Я чесночок мелко нарезала. Вы можете выдавить из чеснокодавки. У кого какие предпочтения. Зелень. Зелени можете взять больше, но у меня просто вот столько есть. Ну и так пойдет. Тут много ингредиентов хороших. И баклажаны. Я брала на такое количество 4 баклажана. Сюда же. Теперь начинаем солить по вкусу. Солим. Я беру 3 щепотки. Вы можете взять 2. Это кому как нравится. Сахар 2 столовых ложки. Уксус. Я на такое количество 5 столовых ложек. Вы можете взять меньше. И маслице. Маслице. Вот таким образом поливаем. Можно взять оливковое, можно взять подсолнечное. У кого какое есть, кто какое любит. И теперь наш салат хорошенько-хорошенько мы перемешаем. Он настоится и будет очень вкусным. Очень вкусным. Такой салатик и на праздник можно сделать, и на каждый день можно сделать. И он всегда выигрышный. Я очень люблю сочетание баклажана с помидорами. Это прямо у меня любимое. Вот так вот. Итак, друзья, наш салатик летний с отварными баклажанами
уже готов. Запах великолепный на всю кухню. Аппетитный, яркий, красивый, сочный он у нас получился. Я сейчас позову соседку, и мы с ней данный салатик будем отведывать. Вкусно же, друзья. На этой чудесной ноте я с вами прощаюсь. Пока-пока, дорогие мои. До встречи в следующем ролике. И я вас всех обожаю.